Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Mi 10T Pro зайти в режим Fast Boot. Для этого нам нужно в первую очередь выключить наше устройство, и затем после того полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вниз одновременно на несколько секунд и держим, пока не появится режим Fast Boot. И как вы видите, таким примерно образом мы попадаем в режим Fast Boot. Если же вы хотите выйти из этого режима, просто удерживайте кнопку включения на примерно 5-10 секунд. И телефон будет перезагружен, как обычно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!